16 лет в колонии строгого режима и более 3 миллионов за моральный и материальный ущерб. Такой приговор вынес Архангельский областной суд в деле об убийстве продавца автомобиля. Напомним, 19-летний Вячеслав Плотников в конце апреля договорился с хозяином Hyundai Sonata о покупке машины. Он заранее приготовил оружие и пришел на встречу. В салоне автомобиля Плотников нанес владельцу несколько ударов ножом в грудь. Потерпевший выскочил из машины, а убийца сел за руль и уехал. Правда, раненый владелец успел вызвать полицию и рассказать о случившемся. Но раны оказались смертельными, и врачи не смогли спасти ему жизнь. Полиция быстро вышла на след убийцы. Теперь 16 лет он проведет в колонии строгого режима и выплатит 3 миллиона родственникам убитого, а также 172 тысячи материального ущерба.